Уголовное производство за невывезенный мусор открыла Львовская областная прокуратура. Во Львове переполнены треть всех контейнеров для сбора отходов. Из некоторых районов их не вывозят несколько недель кряду. А это чревато вспышками инфекционных заболеваний. Для начала в полиции ждут подчиненных мэра Андрея Садового для дачи показаний. Викликают на допит всех членов комиссии по надзвичайній ситуации. И это делается как-то так раптово, потому что в 10 ранку принесли повестки, уже негайно идти. Пожалуйста, они придут, переговорят. Проводятся першочергові слідчі дії. Это порушення санитарных правил и норм щодо запобігання инфекційним захворюванням та массовым отруєнням.